Немало славных книжек нас ждет на книжной полке. Ты потрудись немного и буквы изучи. И вмиг Иван-царевич примчит на сером волке, и Айболит с Емелей приедут на печи. И Айболит с Емелей приедут на печи. Неделя детской книги — это мир волшебной сказки, это жуткие интриги, это добрые развязки. Жаль, неделя детской книги, как чудесный сон пройдет. Вот бы месяц детской книги, ну а лучше круглый год. Вот бы месяц детской книги, ну а лучше круглый год. Найдешь ответы в книге на тысячи вопросов, отгадки на загадки и правильный совет. Порою учат книги и самых умных взрослых, ведь книга много сотен и даже тысяч лет. Ведь книга много сотен и даже тысяч лет. Неделя детской книги — это мир волшебной сказки, это жуткие интриги, это добрые развязки. Жаль, неделя детской книги, как чудесный сон пройдет. Вот бы месяц детской книги, ну а лучше круглый год. Вот бы месяц детской книги, ну а лучше круглый год. Жаль, неделя детской книги, как чудесный сон пройдет. Вот бы месяц детской книги, ну а лучше круглый год. Вот бы месяц детской книги, ну а лучше круглый год.